Коллеги, рядом со мной Яна Абалымова, компания «Слата». Здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что у вас будет сессия скоро, поэтому раскрывать все карты мы точно не будем, но все-таки хочется узнать тему и о чем будем говорить. Мы будем представлять свои кейсы, региональные кейсы. Мы одни из немногих здесь региональных сетей, которые представляют свои практики. Тема будет у меня в рамках маркетинга, промо 360, но а в целом я больше буду говорить о вовлеченности, да, привлечении внимания целевой аудитории и, наверное, расширении ядра новой целевой аудитории для ритейлера. Ну, это то, что хотят абсолютно все участники рынка, скорее расширить свой ареал обитания в сердцах наших покупателей. Может, какие-то ключевые моменты, не раскрывая, конечно, все карты, вот обозначим? Ключевые моменты моего выступления. Ну, в первую очередь, я буду говорить о коллаборации с брендом, очень крупным брендом категории А. Это весьма непросто, особенно региональному ритейлеру сделать. Вот. Именно практика в пиаре, тоже, что не часто, собственно, бывает, потому что мы привыкли, что у нас есть промо, акции, и вот пиар – это такое еще, что к чему очень присматривается. И также мы прям зашли в очень классный эксперимент, и сейчас там, мои коллеги первым делом, когда видели Слата, кричали «Ваш ТикТок!». Ну так вот, у нас самый крутой ТикТок, мы обошли все аккаунты федеральных сетей, нам это удалось. Я надеюсь, что та обстановка, которая сейчас есть, она в скором времени изменится, и мы вернемся к тем практикам, к тем каким-то нововведениям, работать с нашей целевой аудиторией, то, что знают уже даже на всю Россию. Если вы хотите быть на гребне волны, нужно слушать ваше выступление и делать, как вы. Но делать, как мы, не надо, надо делать или лучше, или как-то иначе. Посмотреть точно стоит, поэтому пожелаем вам удачи на сессии, ну и, в принципе, удачи в работе. Спасибо. До свидания.